А вот мы видим с вами вот самое начало буквально выступления. Матулевский, представитель сборной Украины. Да, Константин. Константин Матулевский. Матулевский неплохо проходит первую часть комплекса на хорошем ритме, в хорошем темпе. Этот спортсмен очень вырос за последние годы. Очень вырос он. Как технически, так я думаю, и морально. Конечно. Это сын президента Федерации ушу Украины Николая Матулевского. Поэтому он очень за него переживает. Костя. Он начал выступать еще в достаточно юном возрасте. Вот сейчас уже опытный спортсмен. Хорошо ровно проходит. Да, очень вырос этот спортсмен за последние годы. Заключительная позиция. Лян Джан. И все равно основные вопросы, опять же, к выносливости. Да, немножечко подустал к концу, но в целом чисто прошел комплекс. Неплохое выступление у Константина Матулевского, представителя сборной команды Украины. Сейчас посмотрим, что там будет с оценками. Напомню, что это был комплекс Даошу. У нас сегодня вот зеленый ковер, это все Даошу, а красный это Дзяньшу. Ждем оценок 6.5, 6.45, 6.6. Не очень высоко. Пользуясь случаем, конечно, надо поблагодарить Руслана Абиева, президента профессиональной лиги Саньшоу, который очень помог в оформлении зала. Я уже сказал, что и покрытие для помоста по саньда, и баннеры были профинансированы профессиональной лигой ушу Саньшоу России. Президент лиги Руслан Абиев, сам в прошлом спортсмен, выступавший по ушу, очень хороший. И мы благодарим его за помощь. Так, вторая оценка у него была до 2.45 до 2.55. Ну, в принципе, не очень высоко. Сейчас ждем общий. Устал спортсмен, тяжелое дыхание такое. Вот выносливость — это общий, конечно, недостаток. Отсутствие выносливости показывает в повторах. Прыжки. Более того, это общая беда, пожалуй. Вот шпагат, достаточно чисто. Здесь вообще характерные ошибки, да. Так, красивая прическа очень у него, как у Стивена Сигала. Понитейл такой живописный очень, бакенбарды. Константин Матулевский. 9.15 ему поставили, если я не ошибаюсь. Неплохая оценка, достаточно высокая. Да, знаете, он, если я ничего не путаю, пока выходит на второе место даже.